Президент Молдовы Майя Санду предложила направлять в Приднестровье не только часть гуманитарной вакцины, поступающей в Молдову, но и ту вакцину, которую Кишинев закупает самостоятельно. Таким красивым жестом Санду предлагает воссоединить два берега Днестра. На слова Санду в телеграме ответил президент Вадим Красносельский. Я признателен руководителю соседней республики за такую инициативу. Это было бы знаком добрососедства и примером объединения усилий в борьбе с коронавирусом. Но к ускорению реинтеграции это не имеет никакого отношения. Настоятельно прошу не смешивать социально-гуманитарные аспекты с политикой.